Ну вот, посмотрел все ваши бои, и хочу вам сказать, что все начинается не с того, какую технику применяет человек и что он умеет, что он может показать, а с того, как он выглядит. А выглядели вы все просто замечательно. Поэтому к тому состоянию, в котором вы находились в этот момент, то есть я имею в виду вот мужество, характер, вот к этому все, вот к этому прикладывается все остальное. Если в человеке этого нет, если он чего-то боится, на что-то не решается, то никакая техника не поможет. Поэтому остается только дело во времени. Во времени, да, и в обучении. Вот могу вам четко сказать, что перспектива за вами. И реакция достаточная. Может быть, она чуть-чуть не своевременна. Может быть, она немножко не как бы с технической стороной не связывается. Так вот, я хочу повториться, это опять это время и техника. Но то, что вы продемонстрировали, это было замечательно. Это очень хорошо. Можете мне поверить. Я из своего богатого опыта, уже с высоты, так сказать, прожитых лет, я знаю, что из вас выйдет все замечательно. Только время и упорство. Все. Над этим работаете. Вы добьетесь больших результатов. И я хочу вам сказать это искренне, потому что это в вас видно. Выйти первый раз, вот так вот просто не глядя, да, и вот так сразу, это надо иметь характер. К нему прикладывается все. Все остальное только к характеру, только к способности выстоять, способности решать эту проблему даже теми методами и способами, которые знаете вы на сегодняшний момент. А все остальное догонится, ребята, все приложится. Вот с этим я вас поздравляю, вы молодцы. Всего вам доброго и больших, огромных успехов.